Важность инвестиций в социальную инфраструктуру невозможно переоценить. Они закладывают основу для устойчивого экономического роста и развития региона. Сдача в эксплуатацию новых социальных объектов не только способствует развитию социальной инфраструктуры, но и стимулирует экономическую активность, обеспечивая устойчивый рост. Примеры из Канлы-Кульского района Каргалпакстана. Как известно, в целях повышения уровня жизни, устранения существующих проблем, создания рабочих мест, каждый район Каргалпакстана закреплен за областями нашей республики. Сырдаринская отвечает за социально-экономическое развитие Канлы-Кульского района. В 350 домохозяйствах 6 махалей этого района запланировано проведение ремонтных и реконструкционных работ. В 340 домах махалей Алтункуль, Маданьят, Саргалтен полностью завершен ремонт крыш. Кроме этого, 10 семьям с тяжелыми жилищными условиями дома отстроены заново. Помимо 350 домов со стороны Хакимята Сырдаринской области, дополнительно еще двум домам отремонтированы крыши и один построен с нуля. Жителям Канлы-Кульского района, состоящим в социальном реестре Хакимятам, выделено 220 мешков муки и 220 литров масла. 5 махалей Канлы-Кульского района включены в списки районов со сложной ситуацией. Члены делегации из Сырдаринской области при очередном посещении района раздали 220 нуждающимся семьям продуктовые наборы. Посетили дома жителей, нуждающихся в социальной защите. Среди них и семья Рашида Джумамуратова. Ему администрация Сырдаринской области подарила двухкомнатную квартиру. Перемена происходит благодаря решениям, принимаемым нашим президентом. Мы очень благодарны ему за это. Раньше всего этого не было, я такого не видел. Спасибо, моей семье подарили жилье. Отличное, с ремонтом, обещали помочь с работой. Конечно, мы за все это благодарны. Здесь за последние годы увеличился объем работ, направленных на улучшение условий повседневной жизни людей. В частности, вдоль международной трассы строятся 4 остановки и продуктовые магазины. Например, в селении Бешкупер один из таких объектов уже работает. Посмотрите, как меняется аул Бешкупер. Благодаря инициативе президента наш район закрепили за Сырдаринской областью. Дороги, инфраструктура, современные точки торговли появились. Обеспечена занятость безработных. Все наши жители очень довольны происходящими переменами в районе. Взаимодействие, нацеленное на улучшение уровня жизни в Канлы-Кульском районе, продолжается.